что тебя уже приглашают в Угу. половой дом. Интересно, само. Двое против троих, короче. Я не знаю, если там пацан 700 с 500 уровнем. Боюсь, там жопа. Ну да. Потому что там наверняка, блядь, зашли такие ребята, которые наверняка, блядь, стреляются хорошо. Сейчас, что? О, камера у меня с этими стрелялась, у меня была вообще камера на... Что она запретила первого лица там камеру делать, я не смог его убить. Понял, что стреляет с этого, с плазматроном. Плазматрон хорошая штука на близкие расстояния. Надо, чтобы кто-то юзанул этот. Санек сзади меня отбили. Аккуратно, Саня сзади. А что он стреляет такой, глянь, я не могу понять, что с плазматрона что ли с этого, да? Что-то вообще нихуя не понял. О, убил. Саня, я побежал хилиться, где-то надо хилки взять, у меня хилок нету ни хрена. Да блядь, как же так-то, ёптать, блядь, прикинь. Почти вынес-то, блядь. Одного убил, короче, второй меня убил. С этой. Спи, давай, птички добежать. Блять, чел забрал аптечку.
Не помню. Не помню, братан, не помню. Что-то у меня камера так далеко, я не могу понять. То со спины постоянно было, то вообще пиздец, блядь. Я прям как вижу, может я как-то выставил не то. Здесь тоже так камера, да? Ах ты, блядь, надо же было мне выбежать. Мне что-то далеко прям. Ну да, я тоже так, он за угла, блядь, выстрелил меня. А где он там, за розовым, да? Вот этой фигней у меня. А он булшарк он юзанул, короче. Там булшарк был, короче, он через булшарк, все понятно. Булшарк, когда юзаешь, у тебя сложнее тебя убить, и ты, у тебя скорость и урон увеличивается, короче. Поэтому тебя, блядь, тяжело очень убить. Пилюлька такая зеленая была, если ты, может, обращал внимание. Я даже не увидел, откуда он меня убил. Скрыл один метку. Пилюльку юзаешь, и все. Начинается такая херня. Да я, Саня, я скрыл метку. Скрыл метку. Вот. Я ее изанул, короче, да, вот эту пилюльку. Теперь мне главное до аптечки добежать. О. Вот, видишь? Залез, короче, на крышу. Он с булшарком, ты бегаешь, пока тебя не убьют. Вообще жесть творится. Бери, бери, бери пилюльку, бери, бери. Взял? Я птичку возьму, ты пилюльку. Вот она, пилюлька, бери быстрее. Вот ты по ней бегаешь где-то там. Пакет на земле валяется такой. Молодец. Нет, пока у тебя она не исчезнет. Ах ты, бля, вот я лоханулся. Здесь надо было мне, это, с гранатомета шарахнуть. Они там вдвоем стояли, я что-то, видишь, блядь. Убил-то всех, да? Нет, аккуратно. Взорвал тоже я его, по-моему, да? Или не взорвал? Санек, здорово, Санек. Да это
Стреляемся. Перестрелка. Не, о чем мы с двумя другом? С кем-то зашли, короче, и здесь друг с другом, короче. Ты убил его, да? Сань, ты не обратил внимания. Вроде пацаны зашли такие 700-800 уровень, думал, сейчас нам кранты будет, помрем. Не, еще как-то и сопротивляемся. Вот они здесь прятались, стояли вдвоем за этим. За херней он. Оу, е, победа. Санек, мы затянули, затащили, короче. Вот так вот, в принципе, можно и немножечко увести с отношения подымать. Хорошо так поиграли. Да, ИРП нормально. Угу. Ну, теперь пошли на Богдан. Теперь пошли на Богдан. Сколько я? 10. Мне кажется, я РП не поднял. Все, теперь можно смело идти на Богдан. Немножечко это поразвлекались. Развлекуха была. 700 им так нехило. Тоже стрелялся. 19-10.